Найденные в Алеппо химикаты изучат российские эксперты. Об этом заявили в Минобороны нашей страны. Специалисты прилетели в Сирию взять пробы химоружия, которые используют боевики. Анализировать вещества будут в лаборатории научного центра войск радиационной, химической и биологической защиты. Военные отмечают, что в мире только 19 лабораторий подобного уровня, и 2 из них находятся в России. На днях террористы применили запрещенное оружие в боях против правительственных войск в районе военной академии Алеппо. Отравились более 40 человек. По разным данным, 1 или 2 погибли. Но, по словам судмедэкспертов, боевики применили хлор.